Здравствуйте, меня зовут Улжан, родом из Кыргызстана. Я обычная девушка, которая решилась уехать из своей родины в поисках лучшей доли. Вообще, иммигрантом может стать любой из вас, решив уехать из Якутии. Думаю, вам мои рассказы будут интересны. Я думала изначально, что меня здесь, типа, все меня здесь ждут. А приехала, реальность оказалась суровой. Меня никто не ждал. Күннәк Киргизеттен келбит Улжанда Улетбекова бу сахаһиригер келен тух устуктары көрсү бүтүн итенне мигрант буолан үлөлир хамныр хайдакта хурдук ыраханын тухунан икки частах кинеге тахар бүтүн бу саха жаноттон элбакте ырыттылар кепсеттилер онока Улжан бээте бигехэ бүгүн кепсиэге онтон биги үгүстүк көрбөтө хатергедилэ мигрант буһетнен келен лихи жаржон олоктор хайдак биги саха бисере салаларын тухунан болгоюн истергитигер көрөргүтүгөрүн карап. Ну, Улжан, можно же переходить на да? ты сразу, да? Конечно. Ага. Спасибо. Ну, насколько я знаю, что ты интеллигентной семьи. Мама у тебя учитель, бабушка учитель, папа еще даже директор училища, а ты стал мигрантом. Почему так получилось? И не позорно ли вот такой хорошей семье, что дочка не работает в своей родине, да, уезжает? Да, у нас семья династии учителей, но меня как родители воспитывали так, что мечта должна добиваться своей цели. Да и у меня имя такое. Ул – это мальчик, Жан – душа, что добиваться своей цели, да. И я мечтала о большем. И мне у себя в своей стране казалось, что она маленькая, что мне надо немножко подзаработать для того, чтобы добиться своей цели, да. И я рискнула, рванула против воли своих родителей. Вот. Они не были против? Они категорически были против, но... И как получилось уговорить их? Ну, мы как кровь-то одна. Mm-hmm. Они уже по возрасте, но я как раз такой в самом разгаре силы. Такая целенастрой. Ну, были даже скандалы, можно сказать, дома для того, чтобы уехать. Одну меня все равно не отпустили бы. Их уговорила сестра старшая, которая тоже решила уехать вместе со мной. И вот только вот из одной причины я уехала. Отпустили, дали добро. А вы мечтали, прям попасть в Якутию или куда-то далеко вообще? Вообще, как все как бы люди, да, я мечтала о большом городе. Я мечтала там уехать в Штаты, в Америку. Да. Да, куда-то, но там знакомых нету. Родители туда, где знакомых нет, они не отпустят, да, и как бы с визой было сложно. А я 2 года учила и английский курсы ходила, в американской школе отучилась. Но в итоге вот такая судьба, оказывается, попала в Якутию. Но... А почему именно в Якутию? А там... как бы тут попали? Вы знаете, оказывается... Хорошо, там, где нас нет, да, у меня здесь тоже как бы знакомые сестры. Наобещали, можно сказать, что вот, ты поедешь, там будешь работать в салоне красоты, зарплата там вообще супер, гора, да, там чуть ли не $1000. И по слухам поверила и уехала. Но мне казалось, знаете, что как бы уехать просто из своей родины, да, мне казалось, что... Якутия – это как Россия, да? Она – это большой город. В моем вот примерно мыслях я рисовала где-то как, ну, Красная площадь. В моем понимании было так. Помню, когда я с самолета первый раз вышла сюда. Ну, город, конечно, мне не шибко был рад. А в основном рады были только вот гостеприимные комары. Вот любящие комары, моя первая встреча. Ты летом приехала? Да, я в июне летела. А я увидела здесь автобусы, которых никогда не видела. Ну, они мне как советскими показались. А у нас-то в Кыргызстане маршрутки. И, честно, я тогда подумала, все, может, пора обратно ехать? Угу. Может, я не сюда попала? Ну, потом стыдно, допустим, поворачивать назад. Думала, все, год, раз уж приехала, раз уж меня так проводили, надо оправдать, как бы, и осталось на год. И этот год продлилось 7 лет, и вот, наконец-то, я решилась
получить гражданство, подала. Было и такое, да, что я уезжала с целью, что все, это последний год, я уезжаю на родину, да. Уехав на родину, здесь я находясь, да, я говорила, ой, там в Кыргызстане у нас природа такая, вот у нас все красиво, у нас все есть, у нас фрукты свежие. А туда, когда поехала, я заговорила совсем по-другому. Да там в Якутии, пусть если даже холодно, да там вот так, там все вот, там вся красота. И, знаете, меня хватило у себя на родине на месяц всего. Через месяц я собрала свой чемодан, купила билет и приехала в Якутск. А как ты думаешь, почему так случается? Вот все-таки это родина, все-таки родители там твои, да? Все-таки ну, вообще все там, наверное, роднее, чем Якутск? И знаете, вот родители меня так воспитывали, что говорили, что дерево зеленеет в одном месте. Я, когда жила в Кыргызстане, кроме учебы, кроме школы, я особо ничего так-то и не видела, да? А здесь уже как-то и друзья появились. И вот что-то вот в этом городе есть, да, что вот тянет назад. Что я уже даже решилась на то, чтобы подать на гражданство. Я люблю Кыргызстан, я люблю Якутию одинаково. Кыргызстан моя родина, да, потому что там мои родители, там мои корни. А Якутия моя родина, я думаю, что это мое будущее. Я вот с целью подала на гражданство, и вот по сей день живу здесь. И, знаете, все думают, что вот миллионы зарабатывают, отправляют в Кыргызстан. Нет, вы что думаете, я миллионы зарабатываю? Я давно, допустим, так родителям ничего как бы не отправляла. Да, они не ждут, они... Я когда говорю, вот книгу хочу выпустить, они такие, тебе деньги отправить? Ага. То есть... Наоборот, они. Да, здесь даже на то пошло, своего жилья нету. Ну, я на съемной квартире живу, да. А у себя на родине родители покупали квартиру. Я бы могла бы жить у себя, да? Но я вот почему-то, если, знаете, даже были настолько сложные моменты, что когда даже антимиграционные рейды, да, когда я бегала как преступник, пряталась от полиции, потому что работала не в том месте, да, никогда с этим у себя на родине не сталкивалась, хотя это даже обидно. Но я все равно здесь. И почему-то, как говорят, никому ничего не доказывать, да? Мне хочется не просто жить, мне хочется быть полезным. И я думаю, что я не для того родилась, да, чтобы просто прожить красиво, да? Я думаю, я должна быть полезной, ну, хоть что-то оставить, кому-то помочь. Ну, Улжан, мы приехали в сердце нашей столицы, это старый город, это самое такое место, где все, наверное, когда приезжают в Якутск, они, наверное, тут и бывают. А ты, когда приехала к нам в Якутск, и первым днем, первым делом ты что посетила? Я, ну да, это был площадь Ленина, старый город. Вот. Старый город, вот мне она напомнила, знаете, как из фильмов, старые русские фильмы, где деревянные дома. Ну, какие впечатления были в тебе первым делом? Я, знаете, как будто бы мне не хватало одеться вот русскую форму, национальную, щечки в красный покрасить, как матрешки, да, и, ну, как будто бы место такое, что только, ну, как бы вот напоминает всю старую вот, старые фильмы. И все. А ты до этого знала культуру нашу вот якутскую? Честно? Про народ якут? Нет. Я даже не могла, знаете, представить, что есть даже такие люди, как якуты, да? Угу. Национальность якут. И мне казалось, что Россия, значит, как европейцы, да? Или голубоглазые, зеленоглазые. Здесь такие же, как и мы люди. Очень даже похожие. Даже язык похожий, внешность. Только имена у вас у многих русские. Даже вот немножко как-то неудобно было. Человек вроде бы похож на кыргыза, да, на вид. Но зовут там Василий, Афанасий или Алена. Вот, было непривычно. Давайте сядем. Улжан, ты еще сказала, да, вот когда там разговаривали, и говоришь, тебя тут никто не ждал, рады были только комары якутские, да? А такие какие-то моменты были тяжелые, например, когда вот ты сразу приехал? Да, были, да, в 2014 год, это
Для меня был первый год очень сложным. А в чем сложность? Там же ты же говоришь, что знакомые тебя ждали, друзья были. Ну да, они встретили, направили, сняли квартиру, подготовили, но дальше я даже не знала, какие документы нужны, что надо сделать регистрацию. Я даже в Кыргызстане не знала, где я зарегистрирована, то есть у меня никогда таких вот проблем не было. Я даже эту миграционную карточку, маленькая бумажка, да, приехали, смотрю, куча у меня всяких бумажек, да, с аэропорта. Взяла в кучку, выкинула. Оказывается, это самая основная бумажка. Только потом, когда сказали, что эта бумажка нужная, хорошо, что я мусор не выносила. Пошла, все открыла и нашла. И тогда еще мигранты не имели права работать, ну, как бы юридических больших организациях, только надо было в частных. И из-за такого, как бы, были сложные моменты, да, когда я на работе, я не знала, что я нарушаю чего-то, да, что я не имею права работать в том месте. И пришли это миграционная служба, как они начали за нами гоняться, как нас ловить, как преступников. Это вот те моменты, вот тогда мне захотелось прям уехать домой, вот надо было маму послушаться. И когда тебя полиция забирает, вот тогда я вот действительно ощутила, да, что это такое. А потом, когда еще хотели меня в клетку посадить, потому что, типа, у них компьютер уже сел, они не могли мои документы проверить, но меня вытащили, ну, потом на следующий день проверили, что оказалось все нормально, да. А так вот эти вот моменты, они какой-то, вот, какая-то стресс у меня была на тот момент. Вот тогда я ощутила, что я действительно мигрант. Что меня никто не ждет, что, как бы, никто к этому не рад. И ты много раз говоришь, что, ну, обычно, да, приезжают люди на заработки. А вообще Киргизия, там средняя зарплата, заработная плата какая? И почему, да, действительно ли вы тут зарабатываете много? А вначале, сейчас средняя зарплата там 10 тысяч. От 5 начинается, а потом уже выше идет, да? Но в начале, да, тогда был рубль еще 1,5 сома стоила, да, то есть, допустим, если 30 тысяч домой отправляешь, там уже 40-45 тысяч, то есть сумма такая ощутимая была. Изначально, как и все, я работала, я гонялась за длинным рублем, вот заработаю год и уеду, да, а потом, работая, я смотрела на местных людей. Я смотрела на местных людей, и как бы я любила, наверное, в тот момент больше слушать. Я не раскрывалась никому, то, что я думаю, да. Потому что суровая вот реальность, судьбы людей, они... Я никогда, живя в Кыргызстане, не думала, что есть такие судьбы. И работаю, и во время чаепития я начинаю слушать даже и местных, и своих земляков. Я просто начала смотреть на людей, что некоторые люди, вот духовность, да, им много денег не надо. Они о чем-то, о важном, о главном думают. И я вот на тот момент, я посмотрела, и вот тогда вот что-то во мне вот проснулось, да, что за всеми деньгами всех денег не соберешь, не накопишь. Я немножко приостановилась, я начала задумываться. И вот есть такое, да, слово, как женская толерантность, ну, женская толерантность, да. Мне хотелось, я слушала своих земляков, девушек, вот их судьбы, истории. Они настолько были сложными, что даже их родители не знали. Вроде бы они младше меня, ну или мои ровесницы, да, что... Ну просто я не могла им ничем помочь. И вот крик души, то, что я не могла им ничем помочь. И я просто все это собирала. Постоянно я прихожу домой, я не могу уснуть. Потому что вот именно вот суровая реальность, я именно в миграции здесь мигрирую, я очнулась, то, что, оказывается, может быть такое. Я по ночам не могла спать, и всю эмоцию я просто писала. И все это собрав, я хотела, как бы... Ну, немножко повлиять, наверное. Хоть чуть-чуть, чтобы люди одумались. И я вообще хотела там поднять тему, чтобы
девушек до 25 лет, чтобы типа в Россию не пускали мигрировать. У меня с целью, да, у меня первая книга, она была такая. Ты обращаешься, значит, местным жителям или своим землякам? Первая книга, да, была она адресована моим землякам. Я посчитала так, думаю, 10 тысяч кыргызов, ну, тысячи книг, думаю, может, хватит, может, подумают. Я даже думала до Кыргызстана, да, ездить, чтобы родители знали, куда они своих детей отправляют. Я хотела как-то чуть-чуть на это повлиять. Но люди, как бы, как сказать, разделились на два лагеря. В основном вышли люди, которые говорили: «Скрывай плохое, говори только хорошее». У меня тоже стычки бывают. Ну, конфликты бывают со своими земляками. То есть твою открытость они не любят? Кому-то да. Где-то я должна же быть как восточная, податливая. Ну, многим это не нравится. А я все равно, вот папина, наверное, видите, есть, что начинаю, допустим, стоять на своем. Правда, она глаза колит. Были люди, ну, Оля, кто-то же должен был это сказать. Ну, сколько это такое может продолжаться? И я начала просто писать. И вот первую книгу написала вот таким вот. Там потом вторую книгу меня толкнуло написать именно негативные отзывы. Именно негативные. Потому что что и со стороны местных, что и моих земляков, многих это как бы, как называется, хейтеры, да, в наше время. Стало очень много. Даже вот девушки, да, мои земляки, даже вышли против меня, да. Вот я как женская солидарность, надо помочь. Надо вот не я, пусть моя землячка, или пусть местная, но она же девушка. Вот почему? Ну, как бы мы должны им помогать. Почему так происходит? Надо, значит, вести уроки своим землякам или там. Пусть местные будут, да, на то пошло. Ну, чтобы именно девушки не страдали. Это значит, кто-то вас обидел, да, или как? Или кто-то обижает, может? Ну, не то чтобы меня обидели, да, но... Очень много девушек, которые здесь попадают в такие ситуации, когда среди своих же земляков происходит. Многих девушек обманывают, кидают. И вот 21 я даже приехала, да, я тогда подумала, что, может, я рано пришла, да, но слава богу, что я приехала с сестрой, с которой мы вместе работали, она меня ограждала. Но, как говорится, учись на чужих ошибках, да. Но и не просто учись на чужих ошибках, а помогай слабым. Вот. Почему-то вот родители-то советские люди. Надо помогать слабым, равняться сильным, да? И, ну, почему-то многим, я думала, со мной согласятся многие. Но, опять-таки, в лицо редко кто скажет, потому что они знают, да, что такое частенько происходит, такие истории. Но в стороне я как поняла, что никто не хотел бы вслух это говорить. Все знали, но только надо петь о хорошем, говорить о хорошем. Да, вот в одном интервью, да, ты рассказала, что вы деньги, которые вы зарабатываете, да, отправляете своей родине и остаете. Ну, за один месяц хватает 10 тысяч рублей. Да. Действительно так или уже сейчас по-другому считается? Ну, по идее, это так. Я изначально... Тоже так же, 10 тысяч, если оставляешь, это еще хорошо. Квартиру, допустим, я снимала, как бы, 5 тысяч отдавала. А есть, которые чуть больше народу живут, по 3 тысячи, по 4 тысячи. Оставляют на дорогу, на питание и все. Это где-то 10 тысяч максимум. А так были моменты, когда я больше отдавала, переезжала ближе, чтобы на автобус не тратить денег. Меняла квартиру рядом с работой, заходила, выходила работать. И на работе питалась, так особо даже и не тратила. А ваши земляки сейчас тут как живут? Они в одной квартире сколько, например, человек живут? Ну, живут по-разному. Сейчас ее очень, как бы, миграция, она сейчас немного поменялась, да. Люди в основном, есть люди, которые приехали учиться, мигранты, получить образование приехали. Некоторые приехали просто построить свою жизнь, начать все заново, да, построить свою жизнь. У некоторых в Кыргызстане что-то не получилось. И забыть все старое, приезжать сюда и, ну, как бы, с целью работать, жить, и вот, в общем.
отношения местных жителей? Как вы ощущаете? Меня, честно, редко кто определяет. Mm-hmm. Они принимают за своих, и бывает, когда мне на якутском говорят. Я уже понимаю. Да, да, примерно. А потом начинаю на русском говорить. Ну, люди-то разные. И попадались такие люди, которые мне говорили: ты не имеешь права работать на такой должности. Ты гастарбайтер. Это говорила пьющая, ну, такая вот женщина, которая... Ну, не, мне как бы с ней не равняться. Я выполняла просто свою работу, да. Но где-то в глубине души это вот все равно накапливалась где-то агрессия. И где-то я тоже выливала, пошкодила, ругалась, да. Сколько можно типа терпеть. А сейчас уже как-то, не знаю, я не стесняюсь говорить, что я мигрант. И... Почему не стесняешься? Раньше когда-то неудобно было, когда тебя, когда говорят, вот это мигрант, это... или гастарбайтер, ну, как-то неловко звучало. А сейчас, когда говорят мигрант, да, я мигрант. Мне вообще интересно, да, вот почему кыргызы, да, вы сами читаете, да? Кыргызы, почему многие вот приезжают на заработки? Почему? Почему там не остаетесь, например, на своей родине и там работать во благо развития социальной политики Киргизии? А, так вот, я шутя говорю всем. Кыргызстан — это наш офис. Мы здесь работаем и отправляем туда денег, да? Ну, это так, шутя. А так, ну, сказать, что я... Вот если по себе сказать, изначально я думала, вот чуть-чуть только накоплю денег, чтобы не просить у родителей, да, и уеду. Но меня что-то, вот почему-то меня сейчас не деньги интересуют, а что я могу сделать для этой страны. И мне чем больше начинают негативно говорить, чем больше мне хочется показать, что я не такая почему-то. Ну, как бы я хочу нести, я хочу помочь, я... Ну, не то, чтобы такая благотворительность или такая Дева Мария, да. Но где-то хоть чуть внести свой труд. Не для того, чтобы на публику, а, ну, может, кому-нибудь. Может, кто-нибудь, прочитав мою книгу, если чуть-чуть подумают, то я считаю, что я не зря ночами не спала. А вы все время говорите, да, например, ты говоришь, и вот много я, когда разговариваю, тоже говорят, да, мы приезжаем на заработки, отправляем туда деньги. Это же не первый год, даже ты приехала сюда, уже 7 лет прошло, да, 20 лет, 30 лет. За эти годы экономическая сторона Киргизии, и вообще там развитие как идет? Идет, как бы сравнить, если 30-20 лет назад, а сейчас в Киргизии. Там наши деньги там помогают, можно сказать? Вы знаете, я на первой книге написала, что у нас такое вот у людей есть такое, что вот мой сосед построил двухэтажный дом, я должна построить трехэтажный дом. И вроде бы говорят, что государство бедное, да, а люди-то как бы хорошо живут. У них здесь вот я в книге написала, я эту женщину никогда не забуду, да. 15 лет работает в России. И она так похвасталась, она... Да, колен мокрая, посуду моет, работает. И такая показывает. Вот, говорит, мы уже достраиваем последний этаж. Мебель уже заказали. И этот... И скоро уедем. Я там посмотрела, там такой шикарный дом был, что здесь, наверное, депутаты только в таких домах живут, да? А мебели прям, знаете, как будто только шейхи такие живут прям. Настолько прям шикарные были. И этот... Это в Киргизии? Да, они здесь прям в воде, наверное, сколько здоровья оставило, да? И вот дома строят, да? И я, получается, как пришла, думаю, вот, она добилась своей цели, вот, молодцы, такая амбициозная, пошла домой. Да, мебель. Да, вообще крутой дом, поедет, будет круто жить, да? А потом пошла домой, открываю как бы новости, я вижу, да, что 70% детей, да, которые... малолетние суицидники, мошенники, это дети мигрантов. Они оставляют детей, вот многие оставляют детей и приезжают сюда. А там уже какая-то вот, ну, травма у детей, что
Они не показывают, да, они хорошо одеты, да, они сыты, но материнского чего-то не остается. Я это тоже собрала, написала. И сказать, что так вот круто растет государство, нет. Хорошо растет люди, хорошо растет эта семья, да. Но опять-таки, зарабатывая этих денег, мы отдаем что-то другое. Мы отдаем свое здоровье. Ну, мои земляки, да. Есть люди, которые, да, свои, ну, там по уши в долгах, кредитах, они закрывают, приезжают сюда, чтобы закрыть свои кредиты, да. Кто-то приехал купить дом, удачно купил дом и уезжает, а кто-то приехал на стройке, допустим, был такой случай, упал с высоты, и приехал отец, чтобы дать ему свою вторую почку. То есть и такие случаи бывают. Жизнь на самом деле оказывается настолько суровой, да, и когда ты знаешь, вот ощущаешь, когда ты понимаешь, что нету рядом крыло, это твои родственники, твои родители, она, ну, как бы, вот тогда вот просыпаешься и уже берешься. И тебе решить, гоняться ли тебе за рублем, стоит ли и сколько тебе надо, да. А так, так шибко, чтобы... Ну, развивались, такого особо нету. Но здесь, ну, очень много уже как бы состоятельных моих земляков, у которого свой бизнес, у которого несколько квартир. И кому-то даже очень хорошо повезло. В лице тебя, да, вот я обращаюсь, ну, вот скажу, что вот твои земляки, вы когда приезжаете в другую страну, ну, хотя даже не в Якутии, а, например, в Бурятию пусть будет, да, в другом регионе страны нашей пусть будет. Ты еще говоришь, наши традиции очень похожи, да? Даже считаем нас, мы вместе считаем «Берикёюс», да? Как идет уважение к культуре? Ну, если не ты, то вот твои земляки. Как они относятся к нашей культуре? Нет плохой нации, есть плохой человек. Каждый судит по себе. Допустим, плохой человек, он всегда будет говорить плохое. Но выйти и сказать это в лицо он никогда не сможет. Но есть и хорошие люди, да? Да, если так взять в открытую, да, вода здесь невкусная. Воду из-под крана нельзя пить. Но я же купаюсь, я же пью его, я же чай. И как можно сказать плохое? По сути, да? И, как говорится, нельзя плевать в колодец, с которого ты воду пьешь, да? И так и даже есть сами местные, скажу, да, которые, ну, не любят свою родину, не ценят свою родину. Так и мои земляки годами тоже есть люди. Не все, но есть, которые, находясь в Кыргызстане, говорят, что Кыргызстан такой плохой город. Ну, республика, что там все это. Сюда приехали, ой, какой здесь, как бы, Кыргызстан хорош, здесь ничего нету, надо уехать, но они же живут, но они же пьют. Поэтому, я думаю, каждый по себе судит, да, вот. А так, чтобы сказать что-то плохое, я не могу. Я здесь живу, здесь мои друзья. Здесь есть даже, можно сказать, своя якутская романтика, да, и вроде бы говорят, ой, холодно, да, и т.п. Холод здесь держится, вот, крещенские морозы, да, максимум месяц, а зато какой свежий воздух. Ну, везде есть свои плюсы и везде есть свои минусы, поэтому... И, как бы, я слышала, есть люди, которые говорят, вот, Якутск, надоел, вот так, вот так. Да, ну, как бы, не хорошие вещи, да, допустим. Вот. А ты, что ты же здесь живешь? Да, вода невкусная, но ты же пьешь его. И сразу так все начинают одумываться, да? Так же и местные люди. Вечно недовольны, но они же живут. Так же я как бы, так же думала о своей родине, да, о республике Кыргызстан, что вот, я хочу ехать, здесь ничего хорошего, да. Я сюда приехала, я начала ценить, что там свои, как бы, своя краса. Здесь, и уезжая к себе на родину, я начинаю ценить Якутию. Здесь своя краса. Вот. Скучаешь? Да, то есть на месяц и все.
Ужан, а ты как, ну, наверное, вопрос так будет, да? Как относишься к того случая, когда вот в 2019 году у нас в Триумфе был, да? Тогда ты как восприняла вот это вот все дело? И вообще твое мнение хочется? Ну, вот я настолько закалилась, да, что я со стороны... Я работала как бы с местными людьми. Были, которые всем все равно... местным, а были, которые прям подчеркивали, вот, мигрантов надо так выгонять и т.п., да. Я стояла, улыбалась, показывала, что все хорошо, да. А на самом деле внутри вот тревога, она очень сильно билась, да. Конечно, всем хочется мира, всем хочется, чтобы было спокойно, чтобы была дружба, да. Но, да, было неспокойно, и... Но я так бы сказать, чтобы не боялась, там люди прятались, боялись, да, мужчины в основном. А так я ходила спокойно. Внутри себя сказали, там, не выходить на улицу или вообще что-то? Вот порядок надо вести, надо местными вот аккуратно разговаривать. Ну, типа такого, что-то было? Знаете, это же неспроста это было все. Да, у меня была тревога, за меня больше переживали мои друзья местные. Ой, Уля, не выходи, на улице там что-то творится. А я настолько любопытная, что я выскочила посмотреть, что там происходит. Хотя мне говорили, что нельзя выходить. И такова, чтобы бояться местных, у меня не было. Я знаю, где я права, да, и могу извиниться, где я ошиблась. Вот когда ехали, ты говорила, да, что мама твоя сказала, ну, она напротив была, когда ты уезжала, да, ей было стыдно, когда говорить, ты будешь посудомоечкой, там, ну, официантом будешь работать. А сейчас что говорит мама? Ты же сейчас не официантка и не посуду моешь. Ну, мама уже, ну, мама уже привыкла, наверное. За 7 лет она... Но они все равно как бы не успокаиваются, говорят, чтобы я хотя бы поближе к Новосибирску переехала или в Москву, да. Но я им все равно напоминаю то, что они мне в детстве говорили. Дерево зеленеет в одном месте. Я уехала из Кыргызстана и здесь, можно сказать, пустила корни. И если взять меня сейчас обратно в другой город, да, там, в Москву, в Новосибирск, что-то изменится. Те же самые рубли. Да, город может большой, но я не гоняюсь за большим городом. Мне как-то... Я привыкла. Ты уже стала якутянкой, да? Чуть-чуть, крыток. А язык наш учила? Тебе улялир? Крыток. Ну, когда медленно говорят, ты понимаешь? Да. Я еще научилась некоторых слов, там, допустим, айка, у меня это автоматически, джа, там, по приколу, да, и шутим между собой, а так, ну да, могу где-то ответить. И ты, насколько я знаю, чуть ли не вышла замуж за местного, дошло до свадьбы, вы расстались. Да. Почему? А, знаете, я опять-таки не делю ни на нации, ни на религии. Для меня главное, чтобы человек был хорошим, да. А, и я о человеке не могу ничего плохого сказать. У нас были хорошие дни. Может, родители были против? Мои нет. Нет, его родители. Ну да, такое было. Но родители — это святое. Касаться не будем, но мы остались друзьями. И где-то, может, и моя вина есть, но сохранить ничего не получилось. Жалеешь об этом? Ну, изначально очень, это, знаете, потеря, это как маленькая смерть. Я, наверное, очень эмоционально и слишком близко воспринимаю, да, людей, потому что здесь как бы таких вот близких родственников-то и нету, да. А когда ты дружишь с людьми, они как будто бы роднее, ближе становится, даже ближе, чем родители, да, становится, потому что ты с ними часто видишься. И это отрывать это от сердца, да, это на самом деле очень сложно, это немного как предательство, да. Но, оказывается, жизнь такая. Все мы живы, здоровы. Самое главное, да? Да.
Ну, как я вижу, ты очень творческий человек. Вот, во-первых, это ты написала даже целых две книги, хоть и маленькие, да, но они настолько шум, ты как сама говоришь, и ты еще песню поешь. Наверное, ты сама сочиняешь, да, песню? Песню на якутском языке мне помогла Ираида Гавриловна. Кыргызскую, на кыргызском варианте я написала, и русскую тоже совместно написали с друзьями. Мне хотелось вот именно про белые ночи. Я слышала эту песню. Да, и, ну и получилось, думаю, вам судить, но... И даже работала нашим великим режиссером Дмитрием Давыдовым. Ну, мы можем уже сказать великим, потому что он успешный такой режиссер, да? И как сработалось, и вообще работать в фильме, как? Он действительно великий человек, не только по творчеству, но и натурой, да? Мне, я вообще ждала сурового режиссера, сейчас придет судить меня, да. И знаете, я вот верю в Бога, да, и люди, которые стараются, допустим, помочь другим, Бог им тоже помогает. И я это на себе ощутила, и я посмотрела и поняла, как бы Бог ему тоже помогает, потому что он другим помогает. Я вот, когда первая книга вышла, это вот благодаря мне помогла Ираида Гавриловна. Мне там не то, чтобы там печатать, да, она поддержала. Для меня это очень многого вот значит, да, просто даже словесно. Я просто вручную написала на А4 и пошла, не знаю, может, это думала, прокатит, не прокатит, как? Может, у меня что-то получится, да? И она говорит, давай мы тебе, говорит, ты нам напечатай, мы тебе как дебют. Говорит, «Полярную звезду напечатай». И с тех пор я вот Ираиду Гавриловну, да, благодаря ей, я дальше начала писать. Это не, ну, всегда буду говорить. Дмитрий Давыдов, благодаря ему у меня вот, это был для меня вот большой толчок, который, она, Ираида Гавриловна, помогла мне дальше писать. А Дмитрий Давыдов дал понять, что оглянись, может, что-то получится, сценарий написать. И... даже ты сценарий фильма написала? Нет, ну как бы дал свой сценарий. Я его сценарий. Это писал сам Дмитрий Давыдов, да? Но он дал мне прочесть, как пишется сценарий. Как вот все это работа идет, да? И даже у меня
такие как бы разные мысли вот появились после того, как поработала в фильме. А так это сам писал сценарий Дмитрий Давыдов. Фильм называется «Нелегал», но такой вот прям я когда прочла сценарий, мне показалось, как будто бы чуть, что Дмитрий мигрант, что ли, как он настолько точно все описал, да? А, и с удовольствием поработала с ним в одном проекте. Очень довольна и горжусь. Вот. Иногда бывает там сложные моменты, да, где-то, допустим, по творчеству или там по книге, да, я могу позвонить, но он мне никогда не откажет посоветоваться. Как вы думаете, вот это вот так? Он говорит, я не думаю, что это так. А вдруг твою книгу надо вот так вот сделать, да? И мне этого, знаете, как? Это прям большой помощь для меня. Как ты думаешь, да, например, ты как творческий человек, здесь, в Якутске, приходя, ну вот книгу выпустила, тебе помогли местные люди, даже там якутское кино, это сейчас уже как бы по всему миру известно, да, и даже в якутских фильмах ты попробовала работать, даже мы сами не можем там работать, например, да. Наверное, вопрос таким может быть. Что ты советовала, да, вот наши земляки, они тоже уезжают. Уезжают не только в другие регионы страны, да, они могут уезжать за границей. Они, соответственно, тоже будут мигрантами. Там какие советы могут быть в таких случаях? Ну, знаете, как бы, да, развиваться надо, да, опять-таки, в миграции. Кто-то уезжает учиться, а просто кто-то уезжает в теплые края, да. Есть такие моменты. О чем вот я частенько задумываюсь, это родные, да. Mm-hmm. Самое сложное, это то, что меня сейчас, допустим, пугает, это мои родители. Mm-hmm. Я вот 7 лет здесь нахожусь, а я не знаю, как у них там. Родители, допустим, бывает, болеют, да. Есть даже такие случаи, когда... Ну, здесь работают, вот такой случай был. Девушка работает в Якутске и как бы помогает своим родителям, да, и купил папе машину, а папа разбился на этой машине. То есть они как бы и ей позвонили. Мы как раз в этот момент были на свадьбе, она была подруга невесты. Позвонили и сказали, твой папа в морге. Она работала ради своего отца. Как бы это, ну, как по мне, это самое дорогое, да, что есть у девушки. Ну, как бы, ну, все это родители, да, и самое сложное это переживать. Ну, судьба-то она разная бывает, да. И потеря родных, это вот больше всего это вот, вот чего только может напрягать. А так, как бы жить эгоистично могут все, да. Уехать в теплые края для того, чтобы тебе было хорошо, что тебе нужно образование развиваться, да. А там, допустим, я уехала один раз, и папа у меня попал в больницу. Вот тогда какая-то тревога была. Но они никогда не скажут, что им плохо, да, допустим. А я когда... Ну, я все равно, я не сказала им, я купила билет, поехала, и у папы была операция на сердце, то есть... И это такой момент был, самая сложная операция. Как будто бы дома все родственники собрались, как бы все поддерживали, да? Но... А как эта операция прошла? А вдруг, если бы я не поехала бы, да? И это вот самое дорогое, что мигрируя, мы можем потерять. Это самое ценное, это наши родители. И прежде чем уезжать, они должны знать, что всякое может быть с твоими близкими людьми, что, ну, как бы жизнь, она непредсказуема, да, и больше всего я не ради себя боюсь, а ради своих близких, вот. И вот ты написала книги, да, «Разные судьбы», и самые такие страшные истории, может быть, вот жизни мигранта. Что тебя задевает? Меня задевают моменты,
когда родители оставляют детей и уезжают, да? Там же детям, наверное, многого не надо. Шикарной одежды тоже не надо. Им нужна мама, да? И все равно у детей тоже остаются осадки, детские обиды. И она, если даже так снаружи незаметно, да, человек как бы не больной, как бы здоровый, да, но все равно вот психологическая травма, агрессия, она остается у детей. И они теряют связь между родителями и с детьми. Это самое страшное, что может произойти, да. Были такие случаи, когда женщина уехала на заработки в Астрахань, заработала там на квартиру, приехала, у нее рос единственный сын. И получается, эта женщина приехала, и она потерялась. Все искали, а в итоге выясняется, что сын уже вырос. Сын убил свою маму для того, чтобы завладеть деньгами. Купили с друзьями машину и прогуляли, да? Это о чем говорится? Это говорится о том, что связь именно материнская с детьми, она потеряна. И тогда никакие деньги тебе не помогут. Вот. Это вот то, что до сих пор, да, вот как страшный сон это вот снится. Ну, у меня детей нету, но я очень боюсь за своих родителей. Самое страшное, да, вот иногда у меня мысли бывают, допустим, забрать их с собой. Я не могу там жить, да, как бы хотя могла бы, да, ради них. Я и здесь не хочу оставлять. А они не хотят оставлять, потому что они там же всю жизнь жили, да? И хозяйство тоже не могут оставить. И вот это вот самое ужасное, когда твое сердце, оно разделилось, да? Я боюсь, допустим, мне о чем-либо... Допустим, я разговариваю с мамой, да? Узнаю про папу. С папой разговариваю, узнаю про маму, потому что они... Как бы хотят, скрывают, да, ну, как бы плохое не говорят, да, но все равно вот каждый день, можно сказать, ты молишься, чтобы твои родители лишь бы были здоровыми, но сама не могу туда уехать, да. И вот это вот самое ужасное, да, что вдруг что случится. И это, знаете, как себя виноватой будешь чувствовать. И опять-таки, знаете, эта мысль, она всегда преследует, что я здесь, мне сейчас хорошо, а что там происходит? У родителей уже пожилые, да? Как у них там? Иногда хочется просто там дома убраться, помочь им, а некому это сделать. У вас в семье сколько детей? Пятеро. Где они все? А мы с сестрой здесь. Одной сестрой? Да, с родной сестрой здесь, трое в Кыргызстане. Но это, знаете, каждый ребенок, я для них ребенок, должен думать о родителях не так, что за ними кто-то смотрит, да, а я. Знаете, еще такой момент в жизни у меня было. Мы с папой, я папина дочка, в детстве мечтали, вот вышли во двор. И я такая говорю: «Па, я вот это вот такой вот забор построю, куча машин загоним сюда. У тебя своя машина будет, у меня, мы с тобой откроем бизнес, да?» Для меня отец, он таким могучим казался, да? Вот он мой герой, что он все для меня сделает, и мы с ним силой, да? Я вот вырасту, мы будем с ним одной командой, у нас будет бизнес, да? Мы о всяком мечтали. И вот, можно сказать, я выросла. И я, как бы, да, машины поставила, как обещала. Сделала то, что обещала, там, по ремонту, да, о чем мы мечтали. И я говорю: «Па, давай откроем бизнес, как мы с тобой мечтали». И тогда папа говорит: «Дочка, я уже не тот». И я тогда понимаю, да, что... Как бы сложно, когда...
понимать всем, что родители как бы уже как бы, ну, с возрастом они как бы стареют же, да. И когда я услышала как бы то, что папа уже не тот, что у него уже здоровье хромает, и вот эти вот все моменты, они... Я когда услышала от отца, и для меня это было самое сложное, да? Как такое может быть, что я выросла, а он не такой? Мы же договаривались. И сейчас вот самое основное для меня – это здоровье моих родителей. Я бы не хотела бы, да? Я боюсь, вот я прошу, чтобы они жили долго. Они в моих молитвах, потому что я здесь нахожусь. Когда была на родине, я их совсем не ценила. Когда только уехав, ты ценишь и родину, и родителей. Вот. Это самое страшное, только такие вот моменты. И в моей книге много написано таких судеб, когда они работают здесь, а родители их погибают. У кого-то авария, кто-то операцию не пережил. А они уехать не могут. Они даже похоронить не могут, а потому что у них денег нету. Или им надо отправить деньги, чтобы они похоронили их. Вот, прежде чем мигрировать, надо задуматься, кажется, об этом. Если бы я, допустим, знала бы, да, что... Если бы я когда-нибудь задумывалась бы, что может такое случиться, я бы, может быть, и не уехала бы. Не знала. Если бы не узнала бы Якутию, я бы не уехала бы из своей родины. Если бы я раньше задумалась бы. Но мне казалось, что мои родители, они вечные. Что папа будет всегда сильным. И сейчас вот самое больное – это мама с папой. Вот. А вы говорите, вот... Если бы знала о Якутии, вы не приехали бы. Если бы не знала. Значит, да, значит, какие-то сомнения сейчас есть или не оправдала ваши ожидания? Нет, Якутии? Я привязалась к Якутии, поэтому уже уезжать я не хочу сама. Мне иногда кажется, что я эгоистично нахожусь и живу там, где мне хочется, где мне нравится, а родители... Да, как бы есть, кто о них позаботится, а все равно. А я где? Я. Я же должна быть тоже рядом. Вот. И это, знаете, самые моменты, когда сейчас довольствоваться с родителями, да, пока они есть, пока они рядом. А я, мне кажется, что я когда-нибудь пожалею об этом и подала на гражданство. Я решила, что буду жить здесь. И пусть говорят, что Якутия холодная, что вода невкусная, но это мое. Я так себе решила. Вот. Главное, чтобы там родители были живы-здоровы. Вот что мне только надо от Кыргызстана, честно. Какой-то долг-то есть перед родителями. Для чего они меня вырастили, чтобы я убежала? Получается, что я здесь, чтобы убежала от них. Ужан, все-таки я хочу еще раз этот вопрос повторить и убедиться, что ты, например, вот работала, еще раз говорю, да, ну, в фильме работала, и песни запускала, книгу печатала. Все могут так быть? Или это все-таки от человека зависит? Например, человек открытый, может, этого На самом деле, могут все, наверное. Если захотеть, можно в космос полететь. Знаете, вроде бы маленькая книга, да, но я туда столько души вложила. Хотя я могла тоже телевизор полежать, посмотреть. Как бы и работаешь, и надо успевать и писать. Да, были моменты, когда мне хотелось все бросить. Надоело, думаю, не получается. Ну да, я на следующий день обратно брала и переделывала, что у меня не получалось. То есть это труд можно сделать. Что мешает? А что ты думаешь о якутском народе? Какой народ мы? Знаете, как такие, ну как такого прям
сказать, вот все пьющие, такого тоже нету, но... Или, или все такие спокойные, потому что стереотип-то осталось. В Якутске типа многие пьют, потому что холод, да? А у меня друзья мало кто пьет, и вроде бы спокойные. Я такого вот, если плохой человек, так особо не скажу, что плохой. Мне, наверное, вот Бог помогает. Вокруг меня друзья якуты, русские. На нации не делю. Главное, у нас все общее. Разговоры получаются. Претензий нету никаких. Спасибо тебе за такое открытое интервью, за то, что ты согласилась. И мы рады такому творческому человеку. Все получается, даже выпустить книги, писать песни, петь песни. Дальнейших успехов тебе. Күнүгөр ачылар бит, эти курдук улжан капсайныстен рагатын түмүгү бегат оңорур болом. Онуха бу сахабысыригер келен үлелисил жар атын омук жана кайдак токулук доктурун көрдөрү сыллах уруктан бүгүнгү берини билим нәтибит. Оттон онна биги бир дейдулактыр бит, жомбу серге бит. Тогара таз дойдуга, таз регионга, Москвага да болдун, Россиятын короттыргар да болдун тиген олох суялларын кайдагара үчүгэй курдук сандылар. Олар эри сирттен борттан бэбит дойдубутуттан тейен бардакка онно кыржык улахан корот болдун, атын дойду болдун, кимде эгин күйүппет кетеспет, онно билен туруп устуктар баалар, анан багар Уулжан кепсене, бу көхөктөрүн багаран олорор жоңго түгүмө толкуйдатар, ырытан көрдөрөр болунсе.